Друзья, здравствуйте, меня зовут Настя, вы смотрите Кнакова онлайн. В этом выпуске непростая и болезненная тема для многих уголков нашей страны – аварийное жилье. Давайте для начала определим природу этого термина. До 90-х годов мы все с вами жили как наниматели в государственном жилье, о состоянии которого заботилась власть. А если это жилье по каким-то причинам становилось непригодным для проживания, мы могли встать в очередь и получить другое жилье, и точно так же по найму. Но такое жилище нельзя было передать по наследству или прописать в нем тех, кого захочешь. Этот момент тщательно контролировало государство. В 1992 году вышел закон о приватизации, который позволил гражданам стать собственниками помещений, в которых они проживали по найму. Многие тогда приватизировали свои комнаты и квартиры и получили законное право передавать их по наследству или прописывать тех, кого захотят. Но не все учли, что после приватизации они стали собственниками не только своих квадратных метров, а также общего имущества дома, таких как крыша, подвал, лестница, лифт. Лет 20 никто не осознавал, в том числе и власть, что есть общее имущество, о котором нужно заботиться, чтобы домам не требовался капитальный ремонт и они не приходили в аварийное состояние. А платеж на капитальный ремонт стал обязательным только в 2014 году, и у этого были колоссальные последствия. В России появилось огромное количество аварийного жилья. Если все-таки жилье признается аварийным, то органы местного самоуправления должны установить сроки, в которые это жилье будет расселено, и сделать это за счет средств местного бюджета. И это, безусловно, большая головная боль для администрации. Своими силами сделать они этого не могут. В бюджете на это просто нет средств. Видимо, поэтому в Конаково официально признаны аварийными до 2017 года только 7 домов. Хотя, возможно, на этот период их было гораздо больше. До 2007 года проблема аварийного жилья была практически неразрешимой для регионов и муниципалитетов. Только после появления федерального закона о фонде содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства расселение такого жилья стало возможным. Постепенно по всей России стали переселять тех, кто в этом нуждается. 10 апреля 2019 года была утверждена адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. В эту программу вошли только те дома, которые были признаны официально аварийными до 2017 года. В программе несколько этапов. Первый этап в Конаково прошел благополучно. Давайте спросим у жителей, как проходит второй этап переселения из аварийного жилья в нашем городе. Олег Валентинович, расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится второй этап переселения в Конаково? Ну, второй этап переселения из аварийного жилья, он заканчивается 31 декабря 2021 года. Угу. Вот, нас летом вызывали в администрацию города Конаково, всем выдали соглашение о переселении из аварийного жилья в новый строящийся дом, даже назвали улицу, это улица Энергетиков. Угу. Номер дома, конечно, не назвали. Вот. Определили площадь, в которую мы должны были въехать в новое комфортабельное жилье. Вот. Этот дом должен быть сдан, и мы должны были переселены быть 31.12.2021 года. Вот. Угу. Заканчивается второй этап переселения из аварийного жилья. И что с домом? Ну, по факту дома как бы нет. Вот, и строительство его не начиналось. А узнали мы буквально вот месяц назад, нас вызывали в администрацию всех жителей наших домов аварийных, где было сказано, что подрядчик нарушил все сроки и нормы, и строительство переносится, и вот в эксплуатацию нового жилого дома, именно вот по этой улице Энергетиков, будет в июле месяце уже 2022 года, летом. Но они со своей стороны тоже стараются как бы напряжение сработать. Уже начали подыскивать вторичку, да? Да, вторичку, да. Но, в принципе, нам еще никаких предложений сказано не было. Для того, чтобы во всем разобраться и понять, как именно должно происходить переселение и кто за что отвечает, мы обратились к руководителю Тверской областной правозащитной организации «Качество жизни» Юлегиной Елене Евгеньевне. Она уже 10 лет руководит Центром общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской области и сотрудничает с Национальным центром общественного контроля –
который, в свою очередь, имеет договор с Фондом поддержки реформирования ЖКХ, который дает деньги на программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Елена Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, как на практике выстроен механизм переселения с момента вступления дома в программу до получения ключей от нового жилья? После того, как Федеральный фонд поддержки реформирования жилищно-коммунального хозяйства утвердил программу расселения аварийного жилья, дальше в основном все полномочия переходят к региональным органам власти и муниципальным органам власти. Есть определенный график, по которому людей должны переселить. Фонд следит за этим переселением, контролирует качество жилья при этом переселении. Дальше возможны варианты, каким образом расселять людей. Можно, конечно, строить новое жилье. Это не запрещено, это разрешено, но есть определенная сумма, которая рассчитывается как общая площадь, подлежащая к переселению. А кто это рассчитывает? Это фонд, Министерство строительства Тверской области или муниципалитет? Стоимость среднюю считает местный орган власти, региональная власть, но фонд вместе, видимо, с Министерством строительства России, он эту стоимость утверждает. В принципе, основная норма — переселяются люди метр в метр. То есть, если люди занимали, там, например, двухкомнатную квартиру даже на 8 человек, там, скажем, 52 квадратных метра, то предоставить им обязаны 52 квадратных метра. В принципе, иногда муниципалитеты идут на то, чтобы расселить людей в большую площадь, улучшить их жилищные условия, но все-таки основная задача программы – это не улучшение жилищных условий в части квадратных метров, расширение площади проживания, а это все-таки выселение людей из домов, непригодных для проживания, на равную жилую площадь. Куда могут переселить людей? В новый дом или во вторичное жилье по программе? И туда, и туда. Более того, принципиально возможно расселить даже в другой муниципалитет. То есть надо, наверное, здесь смотреть не на саму квартиру, а на общее состояние дома, да? Когда я думаю, что вы прямо вот в точку попали. Потому что по сегодняшним документам, которые я, впрочем, не видела, только слышала об этих документах, в основном принимают квартиру. А я вот как специалист в сфере ЖКХ говорю, принимать надо дом. Принимать надо общее имущество. Если в доме течет крыша или залит водой подвал, то такой дом мы не должны. Вот в таком доме мы не должны покупать такие квартиры. Ну вот в Конаково сейчас людям предлагают заехать во вторичное жилье в дома, которые под капитальный ремонт стоят. А в те дома, которые поновее, да, им говорят, нет, денег нет на это. Мы не можем выйти за пределы той стоимости, которая установлена в программе. То есть если вот у нас на эту квартиру предназначено, условно говоря, 2,5 миллиона рублей, то мы не можем купить квартиру, как бы мы ни хотели помочь человеку, мы не можем купить ее за 3 миллиона. Но даже в рамках этих 2 миллионов, 2,5 миллионов, например, вот с моей точки зрения, можно было бы дать людям какую-то свободу. То есть кто-то купит, например, на 2,5 миллиона трехкомнатную квартиру на окраине и без ремонта. Ради бога, если люди на это согласны, вот мне кажется, что надо было бы сделать именно так. А кто-то, может быть, скажет, мне не надо вот те 52 метра, которые мне положены. Я готов в однокомнатную квартиру въехать, но хочу быть в центре, непременно с балконом. Понимаете? Но сегодня вот эти потребности людей, к сожалению, программами не учитываются. Мне кажется, надо совершенствовать программу. Покупает квартиру облстрой-заказчик, и он достаточно требовательно относится к качеству квартиры и прям проверяет, чтобы там обои нигде не отходили, чтобы подыскивает все розетки. Подыскивает, ну, кто может. Бывают, участвуют риэлторы. И вот, например, в Вышнем Волочке риэлтор, с которым мы работаем, он предоставляет квартиры, подготовленные просто идеально. Хорошо наклеенные обои, заменен линолеум. А кто риэлторы этого уставлены? Ищет? Сами люди? Он сам предлагает. Ну, где люди ищут? В принципе, вот эти квартиры... Программа очень гибкая. В этом смысле программа гибко. Если переселение не состоялось в сроки, заявленные программы и обещанные людям,
да? А стоит ли людям переживать, что их не переселят? Ну, по крайней мере, практика показывает, что даже если эта программа затягивается, уходит за пределы установленных сроков, то ее все равно выполняют до конца. То есть я считаю, что людям нужно потерпеть. И что нужно предпринять, на ваш взгляд, чтобы в будущем аварийного жилья становилось меньше на территории Российской Федерации? Надо вообще ориентировать собственников на то, что свое жилье надо любить, беречь, содержать в надлежащем состоянии, значит, вовремя и правильно выбирать способ управления своим общим имуществом, не иметь задолженности по строке содержания общего имущества и иметь нормальный договор управления, в котором будет предусмотрен контроль собственником за выполнением этого договора управления. Своевременно и грамотно находить способ накопления денег на капитальный ремонт. И если он все-таки пошел, очень тщательно следить за выполнением, за качеством этого капитального ремонта. Кроме того, если будет строиться новое жилье, то вот будущие переселенцы просто обязаны обратиться к нам и вместе с нами контролировать качество жилья, которое строится, буквально от первого камня фундамента. У нас есть такая возможность, мы готовы этой возможностью поделиться со всеми, а не получить кота в мешке уже после того, как дом будет построен. Итак, становится понятным, что после утверждения фондом адресной программы полномочия по реализации программы переходят муниципальным и региональным органам власти. Расселение может происходить как в новые дома, так и во вторичное жилье. И у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Интересно, сколько денег выделено на один квадратный метр вторичного жилья для расселения в Конаково? Сумм не называлось, но вот как бы квадратура, вот та, что нам было сказано, что можно подыскивать вот именно этой квадратуры наши новые квартиры. А какую квадратуру вот лично у вас? Ну, лично у нас 56 квадратных метров вот, на семью, на трехкомнатную квартиру. Но я еще раз говорю, информации очень и очень мало. Лучше бы, конечно, было прозрачно это все, информация поступала бы для жителей, ну, путем там сообщений каких-то, путем электронной почты. Вот. То есть итог мало информации, да, о том, что происходит. Да, очень мало информации, поэтому люди, как бы, может, от незнания задают там глупые вопросы, может, какие-то некорректные. Вот. Лучше бы, конечно, было, чтобы вот побольше информации, и это успокоило бы людей. Вот. Очевидно, что если люди будут вести активный диалог с властью, а власть давать больше информации, процесс переселения из аварийного жилья будет протекать быстрее и спокойнее. В связи с тем, что региональным структурам приходится сталкиваться с недобросовестными подрядчиками, способ переселения второго этапа в Конаково будет изменен. Дом на улице Энергетиков построен не будет, и людей планируют переселить во вторичное жилье. Было бы приятно, если адресная программа Тверской области по переселению из аварийного жилья будет продлена и после 2025 года. И тогда те дома, которые были признаны аварийными официально после 2017 года, также будут расселены. Берегите себя и свои дома. Обращайтесь в Тверскую правозащитную организацию «Качество жизни». Там ответят на все вопросы относительно ваших прав и обязанностей о жилье, в котором вы проживаете. С вами была Настя. Всем пока!